Добрый день, снова с вами мастерская Дмитрия Митрофанова. И на этот раз еще один небольшой секрет на Recycle Art тему. Значит, если мы делаем какой-нибудь автомобиль, например, Hot Rod или старый грузовичок, там типа M-ки или ГАЗ-АА, там ЗИС-5 или что-нибудь такое, довоенную технику какую-нибудь делаем, на мотор нам нужна решетка, либо лицевая решетка радиатора, либо боковины такие с вырезами. И для этого мы используем железо от каких-нибудь старых, например, блоков питания. Вот с такой вот решеточкой вырезаем. Желательно, конечно, чтобы железо было толстое. Вот у меня тут есть от микроволновки, но тут совсем какая-то жестянка. Такая, конечно, не годится. А вот это от сварочника. Какой-то советский сварочник. Вот тут железо потолще. Тут какой-то блок питания тоже советский еще. Вот на нем еще такие старые вилки, розетки. Вырезаем вот эту часть. Прикладываем и делаем решетку радиатора. На Hot Rod, на какой-нибудь Muscle Car, конечно, не пойдет. А вот на что-то такое под старину пойдет. Можно делать чужому, как у него там на голове такие тоже, как бы можно рыбе сделать эти, господи, как они называются-то, забыл, жабры тоже можно рыбе сделать.